Администрация города Керчи планирует завершить ремонт нескольких муниципальных квартир к Новому году и раздать их в том числе детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение жилья. Сейчас мы находимся на Сморжевского 1. Здесь ремонтируется сразу несколько квартир. Мы вставили входные двери металлические, все межкомнатные двери поставили, сделали натяжные потолки. Снова поклеили обои, поменяли всю сантехнику в этой квартире, в том числе унитазы, ванны, мойки, умывальники, и сделали линолеумный пол здесь. Кроме этого, меняли окна и покрыли. Старались учитывать, мы здесь контактировали постоянно с Дианой, вот, поэтому старались максимально учесть ее пожелания в этой квартире. Посмите, у нас здесь на 247 тысяч вот, ремонт. Ну, выполнили мы гораздо больше, я так думаю, где-то тысяч на 380. Что-то выкраивали со своих денег, из других каких-то изыскали возможностей. Но и, кроме всего, было удорожание. Когда составляли сметы, здесь была очень тяжелая ситуация с сантехникой полностью. Пришлось менять стояки, канализационные, водопроводные. Это было все удорожание. Ну, постарались максимально выполнить пожелания. Я получила это жилье в мае 2019 года как сирота и без ремонта. Сама, собственно, ремонт как бы не потянуло делать, но так частично мы чуть-чуть привели в порядок ее, переклеили обои и много раз обращалась в администрацию города Керчи по поводу ремонта. И осенью этого года, уже 21-го, меня вызвали на то, что бригада будет приступать к ремонту и попросили пока на месяц переехать. В целом я очень довольна, я очень ждала балкон, потому что он очень тек. Мы вместе с будущим хозяином ездили в наши сетевые магазины строительные, старались в ту ценовую категорию, которая у нас в смете, выбрать максимально возможное его сочетание обоев, линолеума, дверей. Да, здесь мы поставили два бойлера, один на кухню, на горячую воду, так как газа здесь не будет. Второй в ванной комнате. Для просто теплой воды в ванну. Здесь дополнительные работы мы выполняли. Делали, кроме всего прочего, кровлю над балконом. Он тек. Мы делали оцинкованные разделки, делали мягкую кровлю сверху. Ставили окна металлопластиковые на балконе. И ложили плитку на балконе. Старались делать не то, что как дома. В принципе, у нас специалисты стараются делать максимально хорошо, но там, где были определенные пожелания от жильцов, мы старались их выполнить.